А если он согласится их убрать, вы его не будете трогать? Зачем вы трогаете? А вы украли палаточку, да? Мое имущество осталось собственность его. Да, вы крадете в данный момент. Вы мою собственность, извините, пожалуйста. Вы крадете в данный момент собственность. Так всегда нарушаете собственность. Палаточку дадут после мероприятия. Расписочку напишите сначала. Ребят, дадут. Хорошо, давайте протокол изъятия оставляйте. Доставляйте. Протокол изъятия составьте на месте. За что его доставлять? Составьте на месте протокол изъятия. Вы составьте протокол изъятия. Это воровство, что вы грабите. Молодец. Составьте грабить. Требуем законного оформления. На месте. Протокол изъятия составьте. Действуйте в рамках закона, пожалуйста. Давайте. В рамках закона действуйте. Протокол взять. Уже здесь. Протокол взять. Ага, король. Без лишнего, без лишнего. Опа, руки заламывают. Тихо. Автобус, парни, направо. Автобус. Спокойно. Руки не ломаем, человек не сопротивляется. Там досмотрим. Спиной вперед, мужчина. Вадим, держись. Конечно, поддержится. Спокойно. Смотрим на него. Мужчина. Россия без Путина! Избивают человека в автобусе! Избивают человека в автобусе, смотрите! Да ты гонишь! Вас интересует что-то? Давайте пройдемте да. С нами тоже в автобус. Минуточку. Пойдемте. Я на работе. Я задержан? Вы не задержаны. Я не хочу туда идти. Я задержан, я спросил. Идите, занимайтесь своим делом. И не надо к патрульной машине подходить. А что такое? Она заминирована у вас, или что, блин? Масак, все хорошо. Это я служебный транспорт. И что? И что такое? Ты будешь расстрелян, когда мы придем к власти.